С выпуском денежных суррогатов сравнила прокуратура Красноярска, Россия, попытку продать земельные участки и автомобили за криптовалюту. Соответствующие объявления были размещены на одном из интернет-аукционов, собственник которого получил предупреждение от прокуратуры. В ведомстве напомнили, что введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и суррогатов запрещены. На данном этапе процесс легализации криптовалюты еще не завершен, а оборот криптовалюты запрещен во избежание ее использования в незаконных целях. Один из авторов объявлений пытался продать за 55 биткоинов автомобиль Bentley, а недавно предложили в обмен на криптовалюту земельные участки.